Всем привет, друзья, с вами Ял, и что ж, сегодня мы поиграем в Skywars на сервере Stonix, но прежде чем мы начнем игру, я вам хотел бы показать, какие здесь есть фишки для Skywars. Ну что ж, здесь есть магазин, в котором вы можете приобрести себе перки, наборы и клетки. Да, вы это все прекрасно знаете, вы ведь играли на Хайпикселе, поэтому, смотрите, здесь есть вот такие вот наборы, есть обычные наборы, есть легендарные наборы. Они все покупаются за XP, которые вы можете получать, играя в Skywars, то есть конкретно здесь XP для каждой мини-игры уникальные, либо обменяв на стоники. Стоники можно приобрести на сайте, также вы в дальнейшем сможете получать стоники, выполняя различные достижения, квесты и все такое. Вот, что ж, какие здесь есть наборы? Ну, давайте сегодня, наверное, поиграем за какого-нибудь, ну, не знаю, может быть, что-нибудь такое быстрое, за скаута, например. Вот, давайте, например, я обменяю сейчас стоники на XP и куплю себе скаута. Так, скаут. Купил, отлично, все, у меня теперь есть скаут. Скаут — это у нас железный меч и зелье скорости 2 на 1 минуту. Что ж, я люблю все классы, которые быстрые, подвижные, поэтому я люблю скорость, люблю быть быстрым, ловким. Также здесь есть перки, которые прокачиваются от 0 до 3 уровня, ну не все. Здесь есть вот такой вот перк питания, каждое убийство игрока полностью восстанавливает голод. Очень полезная штука. Так что, если хотите, прокачивайте перки, смотрите, потому что, ну вот у меня, например, есть сопротивление 1 уровня, 2 уровня расплата, заспавнить зомби, прикольная штука после смерти. Ну, правда, это уже не важно будет, но кого-нибудь мы так потроллим когда-то. Что ж, есть чешуйница, тоже очень классный перк, советую. Это когда вы стреляете из лука, попадаете и там спавнится чешуйка. Да, такая штука есть. Также есть разные другие перки, но я не буду сегодня ничего покупать. Сразу скажу, что эти перки, они действуют сразу все. То есть все перки, которые вы вот здесь купили, прокачали, они автоматически все задействуются в игре. Вот, также здесь есть клетки. Клетки, ну вы знаете, что это такое. Клетки — это же топчик. Если ты топчик, то у тебя топовая клетка. Вот легендарные клетки, они отмечены синеньким. А редкие клетки — это у нас вот такие вот оранжевые, да. То есть желтые, оранжевые. То есть вот здесь есть именная клетка Стоникса. Сюда прям топчик клетка. Вот советую всем заглянуть. Здесь очень классная клетка. Вот. Ну, я, наверное, возьму себе оранжевую. То есть, когда вы купили, нужно еще выбрать ее, если хотите с ней играть. Ну что, давайте, наверное, начинать. Вот так вот я вам немножко рассказал, что здесь за магазин. Сейчас мы начнем и поиграем с классом, с набором скаут. Да. Окей, мы начинаем, друзья, начинаем, и уже начинаем мы с классом скаут. Давайте залутаем все, что здесь есть. Вот вообще все залутаем здесь. Так, ух ты, ничего себе, мне дали сразу такую хорошую броньку. Неплохо. Воу, у кого там лук? Никаких луков, ты что? Так, активируем сразу спиды. Будем на спидах. Так, чувак, давай к тебе быстренько к тебе. Постройся, скину тебя. Полетел. О, меч на нокбэк, это круто. Меч на нокбэк. Ваш лучший друг. Меч на нокбэк, ваш лучший друг. Так, а что у нас здесь? Аккуратно. Окей. Сейчас мы сюда придем. Побежим вот так вот. Раз, два. Ух ты, аккуратненько. Вот здесь поднимемся. Так, что у нас тут? О, отлично. Ну как отлично? Ну нормально, такое более-менее. Так, чувак, а ну-ка, давай-ка мы тебя попытаемся скинуть яйцами, ничего не получится. Хорошо, я понял. Так, тут бы не упасть. Тут еще это бывает такое, что и могу и упасть. Так, ладно, собрали. Отлично. Парень, привет. Привет. Держи нагрудник. А, это девчонка? Приветик. Ой, упала, да? Что ж произошло? Ай-яй-яй. Так, а что у нас здесь на центре? Ух ты. Ну-ка, мне очень интересно, что здесь на центре. Блин, зачем я все застроил? Черт, мне же было интересно, что здесь на центре. Чувак, нет. Нет, не иди сюда. Нет. Ты что, ломаешь? Ты что, кулаком ломаешь? Так, а ну-ка, давайте его оттуда выкинем вообще. Парень, ты что, не откидываешься? Почему ты не откидываешься? О, черт. Чувак. Он меня застроил.
Ладно, ладно, давайте наверх, давайте наверх. Так, а что у нас здесь? О, сундучки! Замечательно! Тут есть сундучки. Шарпнустрый меч! Вау! Биг... У меня здесь очень много всего, что мне нужно. Очень хорошо. Так, эндерпупы даже. Эндерпупы даже. Ребята, даже эндерпупы. Так, вот это сюда, а это вот сюда. И яблоки. Яблоки. А! Ты что пришел? Ну-ка, уходи отсюда. Ну-ка, иди. Нет. Уходи, уходи. Пришел он тут. Ты смотри, пришел он тут. Че ты пришел? Лук понадобится, спасибо. Так, а стрелы? У тебя что, две стрелы было всего лишь? Всего лишь две стрелы? О, привет, привет. Так, тут еще ребята поднимаются, да? Сейчас мы будем их всех снежками скидывать. А ну-ка, падай, Петя. Падай. Почему не падаешь? Падай. А, блин. О, пока я с этим сражался, уже другой пришел. О, черт, черт. Давай, давай, падай, падай. Ну же, упади. Фух, он упал. Фух, три игрока осталось. Так, давайте посмотрим. Он что, копает там что-то? Ты что там делаешь? Так, получай, Петя. Получай. Получай. О, а где еще один? А где еще один, мне интересно. Так. Так, тихо. Мы сейчас ему засаду устроим. Сейчас мы ему устроим засаду. Ребятки, сейчас будет просто жесть. Давайте мы ему устроим засаду. Где-нибудь вот здесь. Ай, не-не-не-не-не, не стреляй в меня. О, у меня есть зелька силы на 5 секунд. А вон и наш претендент. Так, кто там копается? Пил. Опа, попался. Ну-ка, еще разок. Где-то тут копает. Сундуки заполнены, сундуки заполнены. Это будет что-то интересное. Это будет что-то очень интересное, ребят. На самом деле. Так, 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 так. И что, здесь нет нигде ничего такого, да? Парень, давай, ты где? Ну же, где же ты? Я тебя жду. Я тебя жду. Он... Вот он! Давай, 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 вылазь. Вылазь. Воу! Оу! Оу! Я его скинул! Офигеть, боже, я весь центр взорвал. И скинул чувака. Вау. Это было круто. Это было действительно круто. Он упал. Он что, упал? Офигеть. Я еще такого не делал, ребят. Так, а где последний? А, мне нужен последний. Мне нужен последний. Где же ты, парень? Ну-ка, покажись. Ну-ка, покажись. Я не вижу тебя. Так, мне нужно быть немного внимательней. Ты где? Парень. Ну-ка, выйди. Где ты? Стоп, что? Может быть, это... Может быть, я не его взорвал? Так, топор есть. Топор. Топор есть топор. Может быть, здесь еще кто-то есть? Ага. Нет, никого нет. Ладно. Кстати, такое прикольное место здесь. Так, ладно. Ага, я вижу последнего. Я тебя увидел, чувак. Ты обнаружен. Все. Моя система тебя обнаружила. Выезжаем. Так, а что ты там делаешь? Что это ты там делаешь? Ой, я хотел снежком пупнуться. Представляете, так пупнуться снежком. Ну что, пробуем зелье силы? Давайте ему скинем зелье силы. Давайте ему скинем. Может быть он... Ух, ничего себе. Ничего себе, он опасный. Давай я тебе скину зельку, а? Хочешь? Зелье силы. Настоящее. Ай. Ну, в смысле, я же тебе предлагаю зелье силы. Оно тебя будет
Вот, держи. Оно тебя будет бодрить. Бодрить тебя будет. Забирай. Пей. 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 Пей зелье силы. Ты что? Пей его. Да как ему показать? Может быть, ему как-то нужно показать, чтобы он выпил зелье силы? Воу-воу-воу-воу, аккуратней. Слышишь, я тебя тоже могу снежками вообще-то кидать. Вот тебе, хочешь снежком? Получай. Получай снежком. Ты что, а? А ну, давай туда, в остров. Да, иди, иди. Снежками он кидается, ты смотри. Так, сейчас мы тебя вообще, Петечка, сейчас мы тебя вообще тут застроим, тебя тут вообще-то. А то, ты смотри, я ему зелье силы, значит. Я ему, значит, зелье силы, а он, не. Не буду, не буду зелья силы, не хочу. Так, а если мы тебе какую-нибудь ловушку сделаем, ловушка. Знаете, ловушка, ловушка. Давайте попробуем что-нибудь, тут была кирка вроде, да? Да, была. Ага, 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 ага. Сундуки заполнены, ребята, сундуки заполнены. А, ничего такого, ничего такого. О, так, отлично. Смотри, тут алмазы. Чувак, тут алмазы. Он застроился. Ладно. Извини! О, нет, нужно было забрать лаву. Моя лава, чувак. Моя. Отдай. Отдай лаву. О, нет, только не говори, что ты догоришь. Ну, извини, это, наверное, издевательство над подписчиками, да? Ну, прости, чувак. Отдай лаву. А, боже, нет, я не хочу этого делать. Простите меня, подписчики, правда. О! Я сам сейчас в ловушку попадусь. О, нет, он горит. О, боже, нет! Это был челлендж на ведро лавы. Да, лавовое ведро челлендж. Да, как вы видели, друзья, я получил 60 XP. А вот таким образом можно накопить себе на наборы. Не знаю, очень долго играть придется, конечно, но можно, можно. Окей, друзья, что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. С вами был Ял. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно, обязательно зацените SkyWars на Стониксе. Покупайте наборы, покупайте перки, хвастайтесь клетками. На этом все. Всем большое спасибо, всем удачи, всем пока.